Денис, это твой лучший матч в этом отборе? Я не знаю. Надеюсь, лучший матч еще впереди. Как тебе твоя игра? Вот гол первый вспомни свой. Станислав Саламович требовал, чтобы мы прессинговали защитников. Получилось обокрасть, убежать и хорошо пробил, удачно забил. Дзюба потом немножко меня поругал, сказал, если бы я не забил, он бы меня убил. Когда вратарь потащил твой удар, как бы ёкнуло сердце, обидно было? Ну как, это часть игры, были моменты еще забить, там мимо пару раз ударил, вне игры там еще гол не засчитали. Ну, я думаю, матч получился удачным, но были моменты, которые нельзя ошибаться, там хорошие передачи можно было отдавать партнерам, чтобы они забивали, я думаю, надо проанализировать матч немножко и идти дальше. Когда вы вышли с баннером «Играем за вас» и пошли к болельщикам, вспомнил победный матч с Испанией? Да, конечно, это приятно, и тем более с такими трибунами. Почти все за нас сегодня болели. Это очень приятно, что столько русских приехало, прилетело. И мы очень благодарны всем болельщикам за то, что они нас поддерживают, даже и вне России, то, как бы тоже.